Детская внимательность улетучивается, как только ребенок начинает испытывать чувство голода. Это научно доказанный факт. А потому так важно включить в рацион школьника так называемые продукты для пятерок в дневнике. Главные помощники в рационе школьника – омега-3 жирные кислоты. Они помогают сконцентрироваться и ускоряют мыслительные процессы. А потому включайте в меню школьника жирные сорта рыбы, оливковое масло, авокадо и орехи. Некоторые исследования доказали, что дети, которые завтракают перед школой сбалансированно, лучше усваивают новую информацию. И топливом для мозга является глюкоза. Ее найти совсем несложно. Она содержится в овсянке, в меде и в сухофруктах. Что касается углеводов, нужно стремиться к употреблению полезных углеводов, то есть которые медленно в желудочно-кишечном тракте перевариваются и медленно повышают уровень сахара. В идеале ребенка, конечно, кормить завтраками, это должны быть те самые медленные углеводы, то есть которые медленно будут повышать уровень сахара. Это в идеале овсяная каша с сухофруктами. Это один из примеров завтраков. Еще один вариант полезного завтрака – яйца. Причем важно употреблять не только белки. В желтке содержится большое количество правильных жиров и полезное вещество холин. Оно помогает собраться с мыслями. Бутерброды на завтрак никто не отменял. Правда, они должны быть правильными. Включите в рацион вашего школьника цельнозерновой хлеб. Это дополнительный источник клетчатки. А вместо колбасы дополните такой хлебушек ломтиком запеченной индейки или запеченной курочки. Не обойтись школьнику и без природных антиоксидантов. Они помогают мозгу хранить и перерабатывать информацию. Получить их можно из овощей, фруктов, ягод и даже из правильных десертов. Темный шоколад содержит очень мощные антиоксиданты, которые называются флавонолами. Они усиливают приток крови к мозгу. Плюс шоколад отлично поддерживает уровень глюкозы в крови в качестве горючего. Витамин С улучшает память. Достаточно одной дольки лимона, добавленной в чай. Плюс витамин С помогает укрепить иммунитет. И не забудьте про питьевую воду, ведь именно обезвоживание может привести к замедлению мыслительных процессов. Поэтому обязательно позаботьтесь о том, чтобы в школьном ранце всегда нашлось место для бутылочки с водой.